Снимаю пока нет туннеля. Тут все равно, мне кажется, интересно. Смотрите, сколько вот туннелей внутренних под автостраной тоже. И тоже там так явно не обработано вот наше. Автострада внизу, а железная дорога наверху. Видите, какой мостики хороший в нашем стиле. Вот, когда я говорю в нашем стиле, я имею в виду все, что точно не построено в нашей цивилизации. Вот, а наш стиль — это вот стиль кого-то, чего-то или само-то. Ну, то есть я вообще считаю, что могло и само это строиться. Ну, это моя такая безумная мысль. Для кого? Для какой-то сущности, не знаю. Какой-то игры, много грея. То есть взяли вот чудом каким-то это все вот заставили сложиться в пазл. А нас сюда загнали на игру. Из Симпиона. Вот моя была тоже версия, что у нас наша цивилизация зародилась в 1906 году. Из Симпиона нас залепили сюда. Знаете, смотрите, какой там мост, видите? Арочный. Вот, не знаю, если вы не слышали, но видите, это нужно было раньше слушать. И ракушки, вот эти вот фигулины, которые я все время рассматривала, фигулины, которые такие, как пергамент такой, который закрученный. Это я представила как нашей реальностью. Она раскручивается, закручивается, поэтому мы стали потом дальше идти, смотреть искривление, что сейчас мы закручиваемся уже. То есть нас раскрутили, развились мы до какой-то степени, и теперь нас закручивают. Вот. Как бы мои идеи, мои мысли, что стены все идут волнообразным этим. Боковые арки. Здесь
под дорогой. Вот, обратите внимание. Те, кто не понимает, почему я снимаю дороги. Ференция, потом такой большой такой вот Рома, получается, потом Наполи, Бари, как бы все, как бы остальное все вот так вот идет, понимаете, отдельно стоящие какие-то. Нет вот этого вот огромного засилия, вот этих базилий, которые я считаю, что это вообще просто какой-то механизм огромный поставлены. Вот, больше всего таких вот огромных куполов именно, смотрите, в Роме, пока я не смотрела. Но где-то еще мы видели много очень. А Мантове, в Кремоне, там вот именно такие вытянутые. Заметьте, вот надо вот, мы об этом тоже поговорим. То есть, если подумать, что это какие-то вообще тоже действительно ретрансляторы или там какой-то энергетические установки, то вот больше всего, конечно, в Милане, в Роме. Сейчас будет туннель, чувствую. Вот. Ну, об этом мы еще поговорим. Тут еще нужно мозгами поразмыслить. Поразмыслить.
какая-то стена, видите, она как будто выросла, что ли. Она идет еще и полукругом, заросшая травой, но явно там под ней, скорее всего, либо рельсы, либо что-то, либо это уже готовая дорога, либо это, наоборот, зарастающие. Знаете, я не могу понять, если они зарастающие или они, наоборот, вырастающие. Вот. То есть я еще точно не утверждаю, но мне почему-то кажется, что это все-таки почему-то вырастающая другая, как бы уже подготавливает уже другое, это другую реальность. Потому что не зря все говорят про новый мир, новый мир, новый мир, да, вот, новая реальность, да. Это тоже, видите, как дорога, видите, зеленая. Тоже какая-то дорога или аэродром, или что-то. То есть вот эти вот заросшие травой зеленые полосы, это что-то явно какая-то тоже новая дорога или что-то. Надо просто внимательно смотреть на поверхность Земли и наблюдать, вот, что мы и делаем на протяжении уже нескольких месяцев. Я снимаю все дороги, все поля, где только я не еду, чтобы наблюдать. Ну, это нужно действительно уже быть альтернативщиком, ребята, конкретно, и мысли просто уже и воображение иметь уже как бы... Достаточно мозг открытый. Этому я не могу научить. Это не научить, ребятушки. Вот как говорят, зови меня просто хозяин. Так я и говорю, ты просто должен мне верить. Ну или смотреть. Смотреть, что я снимаю.